时复合核对，北京南站该支持。请注意，保持一米两米，一米，一米，一米，一米。Привет с южного вокзала города Пекина. Сейчас мы отправляемся в город Тяньцзин за 120 километров на вот этом чудо-экспрессе. Он развивает скорость до 350 километров в час. И 120 километров мы проедем всего лишь за 20 и несколько минут. Меньше 30 минут займет наше путешествие на 120 километров. Вот это прототип того, что раньше называлось Шанхайский экспресс. И сейчас таких поездов курсирует по всему Китаю очень-очень много. На таких экспрессах есть специальная профессия – натиральщик. Он натирает специальной смесью поверхность поезда, потому что при такой скорости 350 км в час нагревается даже такой белый металл. Поэтому перед отправлением эти поезда натирают вот такой какой-то мыльной смесью для того, чтобы скольжение и сопротивление воздуха было минимальным. Привет из Китая! В отличие от наших поездов, здесь есть два огнетушителя. Один красного цвета, это с порошком, как у нас, а второй зеленого цвета, это с жидкостью, для того, чтобы побыстрее потушить пожар, если он, не дай бог, возникнет. В Китае цифра 8 – это магическая цифра. Она присутствует в номерах почти всех телефонов на рекламе. Чем больше восьмерок, тем больше шансов, что будет успех в бизнесе. Перед тем, как выйти, надо обязательно предъявить билет. Вот сейчас с этим билетом мы все сканируем. Привет из Тяньцзина!